спасли планету. Нет, это ни в коем случае не призыв, а название сегодняшнего фестиваля — уличного танца. Эти ребята действительно подвинут планету своей энергетикой и своими зажигательными танцами. Сегодня происходит очень интересное мероприятие для молодежи. Оно называется «Городской танцевальный конкурс «Двигай планету». В этом году хореографический у нас конкурс идет по особому направлению – направление «Уличные танцы». В этом конкурсе принимает участие свыше 130 человек. И я думаю, что сегодня мы обязательно выявим самых лучших победителей. Мы сегодня участвуем в фестивале «Двигай планету». Мы представляем школу 29-ю. Мы танцуем брейк-данс. Мы ожидаем победы. И только победы. Мы планируем в будущем заниматься по этому же направлению. Задействовано очень много молодежи. Народ танцует, народ развлекается, веселится и использует, проводит время. Мы будем над этим работать, конечно же, чтобы больше народу вовлечь в этот танцевальный мир, чтобы очень много людей занималось танцами, участвовало в таких мероприятиях, ездили на соревнования и так далее. Рада, что у нас в Уфе есть очень много людей танцующих, это очень здорово. Те, кто здесь выигрывают, они потом будут выступать на особо отведенных площадках. Мы занимаемся в Центре танцевального искусства. Продолжаем, так сказать, нашу карьеру танцоров, развиваясь, поднимаясь в уровне, пытаясь что-то сделать для общества и притягивая народ к себе. Мы выступаем, танцуем брейк-дансами. Мы ожидаем побед. Будет очень круто. В будущем мы собираемся открыть собственную школу танцев и стать хорошими танцорами.